Сегодня в этой студии, в непривычной для себя роли, мы пришли сюда сильно заранее, и пока мои коллеги не заняли свои места, я расскажу вам о том, что такое большой город. Это достаточно молодой проект, ему нет еще и года. Мы запустили его в 2022-м. Мы хотели, чтобы программа получилась живой, динамичной, стильной. Даже для этого построили специально новую современную студию. Остановились на этом оформлении, потому что программа новостная, но в то же время легкая, про наш город. И, соответственно, мы пытались сделать сходное оформление. То есть оно достаточно информативное, но при этом радостное по цвету, легкое. Большой город стал отправной точкой для обновления всего телеканала. И зрители уже это оценили. Телеканал 6 ТВ сегодня смотрит от 35 до 45% жителей нашего города. Он имеет статус обязательного муниципального канала города Хабаровска. Кроме того, совместно с телеканалом 6 ТВ идет вещание в городе Комсомольск-на-Амуре. Там вещает телеканал 6 ТВ «Комсомольское время». Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас есть и новые проекты, например, программа Марии Головацкой «Жить легко», куда она приглашает самых необычных гостей и обсуждает с ними самые интересные темы. Родители хулиганов, вы, пожалуйста, подвигайтесь к экранам. Тут нервные смешки уже сразу я слышу. Потому что мы с вами наконец-то попытаемся понять, как нам реагировать на выходки наших, я не скрываю, это детей. Выпуск новостей начинается в 19:30, но вся команда на месте сильно заранее, примерно за час. Вычетка, грим и так далее. Живости нашему эфиру придает, пожалуй, то, что мы обсуждаем самые горячие новости не только с нашими телезрителями во время уличных опросов, но и друг с другом. Мы на связи со зрителями. Вы можете прислать видео или фото какого-то события, интересного наблюдения или городской проблемы, на которую стоит обратить внимание. Над программой «Большой город» ежедневно трудится около 15 сотрудников. Это режиссеры, операторы, редакторы. Ну и большая часть людей находится здесь, в этом аппаратном комплексе. Я даже не знаю, получится ли нам попасть туда во время эфира. Давайте попробуем. Что и где произошло в этот четверг, какие события ждут жителей большого города, смотрите в этом выпуске. Мы еще придумаем, чем удивить и порадовать вас, наших зрителей, ну а пока не будем мешать ребятам, оставляем их в эфирной студии. Иван Силай, Вячеслав Манчужный для программы «Большой город».